Боевики группировки «Исламское государство» сжимают кольцо вокруг Кабани, крупного курдского города Сирии, который расположен на границе с Турцией. Вооруженные экстремисты находятся в 3 километрах от населенного пункта. Местные отряды самообороны укрепляют свои позиции. Из Кабани в Турцию бежали десятки тысяч человек. Многие из них, оставив за границей родственников и пожитки, возвращаются, чтобы сражаться с террористами. Необходимо остановить эти бесчинства. Боевики нападают на нас, казнят наших детей, похищают наших женщин. Они уничтожают наши дома. С целью поддержать курдских ополченцев, международная коалиция по борьбе с терроризмом во главе с США второй день подряд наносит авиаудары по передовым отрядам боевиков вблизи Кабани. Сама Анкара, несмотря на то, что парламент страны разрешил турецкой армии вести боевые действия против группировки «Исламское государство», от участия в таких операциях воздерживается.